В городском парке областного центра рабочие закончили обустройство купели для крещенской купании. Администрация общественного пространства заранее обследовала и подготовила чашу для окунания. Также провели работу по установке дополнительного освещения и места спасательного пункта. Первых гостей будут ждать к 22 часам 18 января. Сейчас работники уже обустроили противоскользящее покрытие на ступенях в купель. Весь день 19 числа с 00 до 00 будет полноценно работать купель. Будут дежурить спасатели. Сама вода проходит проверку в санэпидинстанции на соответствие того же с этим нормам, которые необходимы для того, чтобы нырять. Также для удобства посетителей рядом с купелью установят два шатра с системой отопления, вешалками и лавочками.